Друзья, здравствуйте. Могу ли я вас попросить? Я знаю, что у меня есть подписчики и с Украины есть, и с России есть, и даже с Армении есть, и как бы из других стран тоже есть. Фу. Об одной просьбе, пожалуйста. Не надо на моем канале устраивать очередные конфликты. Я когда размещаю ролик, все, что связано с Азербайджаном, вот последний ролик, который был связан с Азербайджаном, с Нагорным Карабахом, в Шуше я был вчера, делал съемки, иншалла, будут ролики на канале. У меня сразу возникает один вопрос. Зачем вы пытаетесь на моем канале начать очередной конфликт между Россией и Украиной? Вы понимаете, это... Ну, не решаю я эту проблему. Не могу я эту проблему решить. Если бы это было в моих силах, я бы эту проблему решил. У меня очень много хороших друзей с Украины, с России. И я не могу между вами выбирать, понимаете? Вы недостойны, как бы, тех скандалов, которые устраиваются у меня на канале по поводу специальной военной операции и войны. Как бы для России это СВО, а для Украины это война. Поэтому я вас очень попросил бы, можно сказать, умолял бы, пожалуйста, не надо устраивать конфликт у меня на канале под каждым моим роликом. Кто виноват, кто не виноват, это решите сами, да, пожалуйста. Я не могу это, честно, мне сложно выбирать между вами, потому что мы все люди, мы все понимаем, что эта война кому-то нужна. Простым людям эта война не нужна. Никогда в жизни. Умеет ли, как бы, в общем, что никакая война простым людям не нужна. Вы сами знаете, кому эта война нужна. В чьих это интересах. Поэтому я вас очень прошу, не надо, да, устраивать у меня проблемы на канале, а просто давайте просто заходите на канал, отдыхайте, расслабляйтесь, получайте удовольствие. Еще раз прошу вас.